Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия. И сегодня огромные приветики я хочу передать таким своим подписчикам, как Марк Неизвестный, Алексей Устинов и Екатерина Рыжова. Не успела я выпустить реакцию на видеоролик с канала 55 на 55 про айтипедию, как они взяли и выпустили новый видос, по-моему, через час после выхода моей реакции, который называется «Музыка не музыканта» Fit Snail Kick. Вообще, самого Snail Kick'а я не часто смотрю на YouTube, но моя подруга просто обожает этого ютубера и смотрит его видосики как на ютубе, так и смотрит еще его стримчики на твиче. Но мне интересно увидеть сам ремикс, что же все-таки тут получилось, поэтому давайте сейчас вместе с вами его заценим. Погнали! И да, у меня в группе ВК сейчас конкурс проводится. Заходите туда и участвуйте. Давайте что-нибудь послушаем. Обязательно, например, обязательно. Вот это. Блин, реклама. Божечки-кошечки. Стой, Штунц, ты что? Кто ты? Я? Да, ты что? Ну ты что я? Ну кто ты? Ага. Я ты. А я? Ты я. Пожалуй, согласен. Я ты, ты я. Кто ты? Я? Да, ты что? Ну ты что я? Ну кто ты? Ага. Я ты. А я? Ты я. Хотя похуй, что-то я запуталась. 25. 25! Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25! Нахуя? Дебилы, блядь. Сейчас тут разгон прям пойдет. Да-да-да. 25. 25. 25. Дебилы, блядь. Как-то вот так вот руку держит, интересно. Так вот. Танцуем все вместе со Снэйл Киком. Люди ебанутые, как я. Да ну. Я? Да. Ты что? В принципе, я тоже так считаю. Ну кто ты? Ага. Тут он правду сказал. Я? Пожалуй, соглашусь. Кто ты? Я? Да. Ты что? Ну ты что я? Ну кто ты? Ага. Я? Ты? А я? Ты? Я? Что это за хуйня? Начнем аки в тот раз. Похуй. Ебануться. Класс. Кто жил в то время, понимает. Денег много не бывает. Вот не это знаю, правда тоже. Я лично я истину постриг ногти. Нахуя? За проезд передаем. Куплю альбом. 25. 25. Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25. Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25. 25. 25. 5. Во, неплохо. Интересно, увидел ли вот этот вот видос сам Snail Kick? Думаю, если видел, то он ему очень прям понравился. Shut the fuck up. Мне кажется, что скоро этот канал просто возьмет и обгонит самого Энджойкина, потому что, в отличие от Энджойкина, на этом канале выходят видеоролики, ну, очень-очень часто. К тому же тут они тоже очень качественные. Да, у Энджойкина есть своя стилистика, но и тут тоже присутствует свой стиль, который просто не может, ну, взять и не завлечь. А как вы думаете? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И также я не понимаю, почему у этого канала всего 62 тысячи подписчиков. Мне кажется, что этот канал достоин набрать, ну, тысяч, наверное, 500 подписчиков, но это по минимуму. А вот самое идеальное, это был бы прям, наверное, лимончик. Мы с вами посмотрели уже и не одно видео с этого канала, и поэтому я хочу узнать ваше мнение, какой же видеоролик из тех, которые я вот видела, вам понравился больше всего. Про Купленова, про айтипедию или вот этот вот. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях. А еще мы с вами смотрели видос под названием «Сильное заявление». В общем, не забудьте, пожалуйста, написать свое мнение в комментиках. Я их все всегда читаю, но, к сожалению, на них отвечать не могу, потому что их, ну, очень-очень много. Большое вам спасибо за них и за просмотр. С вами, как всегда, была ваша Юмилька. Не забудьте заглянуть в мою группу ВКонтакте и поучаствовать там в розыгрыше. Всем, мои дорогие, пока-пока!